spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре универсальная поясная сумка спиннингиста с держателем для удилища. Она называется «Стакан 3.2» и выпускается российской компанией «Adia Fisher». Такая сумка может пригодиться многим поклонникам ходовой рыбалки. Выпускается в нескольких цветовых решениях, а вес составляет чуть более полукилограмма. Давайте поближе ее рассмотрим. «Стакан 3.2» изготавливается из износостойкого и прочного материала Oxford 600 Rip Stop с полиуретановым покрытием, которое обеспечивает водонепроницаемость изделия и добавляет ему гидрофобные свойства. С внутренней стороны имеется отделка трехслойным сетчатым материалом, благодаря чему не только улучшается циркуляция воздуха, но и обеспечивается отвод тепла от тела. На поясе сумка крепится при помощи широкого поясного ремня, который регулируется по длине и застегивается на большую застежку Fastex. Шейный регулируемый ремень крепится при помощи пластиковых карабинов-вертлюгов. При ненадобности его можно просто снять. При переноске на короткие расстояния имеется небольшая ручка-петля и стропы. С одной стороны находится держатель для удилища. По сути, это закрепленный отрезок легкой пластиковой трубы, в которую вставляется рукоятка спиннинга. При этом освобождаются обе руки, и вы сможете сменить приманку или освободить пойманный трофей. Снаружи располагается держатель для карцанга или плоскогубцев, которые фиксируются липучкой. С другой стороны мы видим объемный карман. Здесь поместится небольшая бутылка с напитком, флайбокс или фотоаппарат. Чтобы подвесить инструменты и аксессуары при помощи карабинов или ретриверов, в стакане 3.2 предусмотрены D-образные крепления и прошитые стропы. Также крупные инструменты, такие как нож или весы, можно сложить в передний карман, который закрывается на молнию. Сюда же поместятся бобины с запасной леской или пачки с силиконовыми приманками. Открыв второе отделение, мы получаем фиксируемый столик размером 28 на 21 см. На нем можно сменить приманку, не боясь, что она упадет в воду. На столике крепится пенка толщиной 1 см. В нее можно воткнуть самые уловистые блесны, воблеры или мушки. При необходимости пенка переворачивается или меняется на новую. Также здесь находится прозрачный кармашек для поводков, крючков или прочих мелких вещей. Ну и самое объемное отделение. Оно закрыто на двухзамковую молнию. Сюда вы можете сложить практически все, что необходимо на рыбалке. Внутри располагаются карманы, например, под запасные шпули или иную мелочевку. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.